Is everything all right? Yeah, you can come up. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah. The place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place. All right. Let's focus on the goal. Come on! Здарова, бандитки и бандитки, с вами, как всегда, спикер, и продолжается зеленый ад. 100 дней выживания при максимальной сложности без смертей. У нас сегодня день охоты, день рыбалки. Так, мы сейчас спим буквально 2 часика, набираемся сил и идем на рыбалку. У нас личинки есть, гусеницы есть, грибочки тоже мы возьмем, чтобы делать... Кто здесь? А грибочки мы возьмем с собой, чтобы, знаешь, рыбку приманить. Так, пиявку нужно убрать. Эта пиявка мне уже с вечера кусает. Вот они, пиявочки эти. Присосались. О, руки чистые, не загорелые. Все чудесно. Есть, есть. Что у нас по еде? Да это не важно, знаешь, не важно. Ну, мясо кусок можно съесть, потому что у нас он есть. Так, это съесть, но это мне не надо. Мне нужны шишки, по идее. Мясо, жирное мясо нужно съесть. О, сколько дней? 2 часа еще. Во-ху, сколько всего поднялось. Не нужна только вода и все. Нужно всего лишь 3 уголечка. Но это чуть позже. Сегодня я иду на рыбалку, смотрю. А нам нужно изготовить, конечно же... Так, попугайчика заберем. И, наверное, сразу же отсюда его уберем. Вот так. Мясо, перья, все раскидаем. Так, нужно сделать крючок. Крючок можно сделать двумя способами. Либо взять косточки рыбы, либо взять кость. Это не важно, какой крючок. У меня уже есть крючочек. Я покажу, как делается. Крючок изготовить. Видишь, изготовить костяной крючок. Либо крючок вот такой из рыбы кости. Изготовить. Ну, либо то, либо то. Мне кажется, этот будет поострее. Но тот покрупнее, видишь, тот покрупнее. Потом мы делаем крючок вот сюда. О, чудесно, все. Теперь сюда мы теперь гусеницу. Давай личинки. О, личинки. Все, удочка готова. Но рыбачить нужно вон на том берегу. Сейчас мы перейдем на ту сторону. Попьем воды. Да, нужно попить воды. И пойдем рыбачить. С утра пораньше. Ну, не в 5 утра, ну хотя бы в 10 утра нормально. В самый раз. Бери вкусняшки, бери попкорн, а наша рыбалка начинается. Так, мне нужна здесь сухая трава, но сухой травы у меня нету. Давай выкинем вот так эти кустики. Они, по идее, на солнце. Они, видишь, 3 часа и будет сухая трава. Видишь, все чудесно. Буду. 2 кусочка у нас сухой травы будет. Так, побежали, побежали сюда. Кого я сегодня поймаю, напиши в комментариях. Либо меня сегодня кто-то поймает. Либо меня, либо я. Одно из двух. Так, вот тут у нас есть пираньи. Мы их тоже половим. Но я пойду на то место. О, лягушка. Пойду на то место и попробую там кого-нибудь поймать. Так, мне нужно, по идее, воды. Воды, кстати. Пойдем за водичкой сперва. Попьем воды. Потому что пить всегда очень хочется.
джунглях Амазонии, а влажность очень повышена. 90% и всегда хочется очень сильно пить. Так, пьем. Здесь у нас еще фильтруется. Этот фильтр довольно слабенький, видишь? Он реально слабенький. Нужно что-то посерьезнее. Так, мне нужны еще шишки. Мы сейчас пробежимся по джунглям и глянем на шишки. Мне нужны шишки. Так, копье возьмем. Так, у нас бананы. Банан. О, шишки. А, шишек нет, да? Шишек не вижу. Шишек нет. Сейчас пробежимся и как раз выйдем туда. Шишки вы где? Так, палочку возьми на всякий случай. Так, броник сломан. Нужно починить. Но сейчас не до броника. Мы идем просто на рыбалку и на охоту никуда. Где, черт возьми, эти шишки? Там был, кажется, паук. Я прыгнул от него. Так, окейшки. Побежали, значит, на рыбалку. Так, рыбалка у нас будет происходить где-то тут. Тут у нас... О! О! Смотри, сколько рыбы! А сначала нужно кинуть приманку. Смотри, мы кидаем приманку. Какой день выживания? 78-й день выживания, мы пришли на рыбалку. А, приманка с помощью грибочков. Держи. О, видишь? А, мне кажется, грибы не зашли, да? Погоди, у нас есть другие грибы. У нас есть вот такой грибок. Ну-ка, держи. Ой, сколько там рыбы, смотри. Ладно, черт с ними. Рыбы там реально много. Смотри, закидываем удочку. Так, нажми левую кнопку, чтобы подсечь. И правую кнопку, чтобы вы... Ой, вытащить! Ух, давай, давай. Это не получилось. Так, мне кажется, у нас личинок больше нет, да? А нет, есть. Так, смотри, рыбы много. Рыбы много. Это здорово. А во весь рыбка. Маленькая и большая. Ну, давай, 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 давай. Оп, подсекаем. И правую кнопку... Не получилось. Смотри-ка, это не так-то просто. Оказывается-то. Мне кажется, грибочки не зашли. Им нужны какие-то определенные грибы. Но видишь, вроде бы клюет. Но срывается. Ну? Так, погоди-ка. Переброшу. Давай сюда, где их много. Давай, давай, рыбочка. Рыбалка, обалдеть. 78-й день выживания. Мы занимаемся рыбалкой. Ну где? Где там кто? Так, погоди, мне кажется, нужно поменять. О, у нас... О, гусеница, погоди, пошла гусеница. Рыбка, рыбка, ловись. Давай, рыбочка. Там гусеница, жирная такая, аппетитная. О, нет, не получилось. Так, гусеница еще у меня. Это я вижу. Обалденно. Туземцы, вы где? Так, давай перебросим. Вот там кучка. Кто у нас там плавает? Щучки? Воу-воу-воу-воу! Опять, чертов с два, не получается. Рыбалка, рыбалка прет. Рыбалочка прет. Ну-ка, держи-ка. Давай-ка, окунь. Оп, подсек. Да чертов с два, опять сожрал мою гусеницу. Вот зараза-то какой. Так, бросим другое место. Так, а левую кнопку мы подсекаем и правой вытаскиваем. А в какое время это нажимать нужно? Давай, ну, оп. О, поймал, поймал. Да-да, ей взять. Так, кто у нас? Окунь. У нас есть окунь. Так, можно рыбку сюда бросить. Первый окунь у нас есть. Можно сделать костерчик и сидеть здесь, а уже жрать этого окуня. Так, дальше. Берем личинки. Так, нужно, знаешь, перекусить. Мы же на рыбалке. Нужно вот так съесть мясо. 17 часов. А, это попугайчик. Так, ну что, личинки есть, они, видишь, такие мелкие-мелкие на крючке. Так, ну, бросаем. Грибочки не зашли, а вот гусеницы зашли. Но у нас больше нет гусениц. Оп, отсекаем. Ух, да-да, пошло дело. Обалденно. Места не хватает, но ничего страшного. Вот рыбка здесь может лежать, знаешь, днями. Даже мы когда перезаходим в игру, рыбка все равно не будет пропадать. Так, личинки сюда. Где? Где еще? Мы всех поймаем сейчас. Я сейчас зашел во вкус. О, пошел, 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 пошел. Да, пошел, дева. Смотри как, видишь, опыт. Оказывается, просто нужен был опыт. Не именно мне, а нашему главному персонажу. Так, личинки, две штуки остались, и все. Личинки можно добыть, знаешь, в испорченном мясе. Найти абориген, убить их, мясо их не испортится, и оттуда достать личинки. Я уже так делал. Оп-оп-оп.
Нет, я не то нажал, я просто маленько поторопился. Так, еще последние личинки. А нет, у меня есть там. А, есть, давай забросим еще разок. Слушай, рыбы много. Рыбы реально здесь много, видишь как? Сколько здесь? О, подсек. Подсек есть. Слушай, опять окунь. Тушка окуня. Окунь, окунь. Ну, окейушки, хотя бы окунь. Так, ну что, на суши мы уже наловили. Смотри, здорово. Так, есть хочу. Пить хочу. И хочу пару шишек. Так, пойдем на крокодила. Вот реально, сейчас пойдем на крокодила. Там у нас есть крокодильчик где-то. Должен плавать, должен ходить. Идем, конечно, в опасности. Но я готов. У нас 27 килограмм. Мы берем лук-стрелы. О, вот он, крокодил. На тебе хедшот. О, слушай, он какой-то маленький. Ну да, это маленький, бывает крупнее. На тебе меж глаз. Смотри, как дернулся. Такая длинная шея. Так, стрелы мы забираем. Две стрелы и все, готов. Так, тут будет мясо, кстати. Много мяса. Будет кости. Это здорово, конечно же. Так, из костей можно сделать броник. Сколько? 37 килограмм. Я хочу сделать топорик сейчас. Мы отойдем вот сюда, чтобы мне не напал другой крокодил. Так, а изготовить две таких, и потом палочка и веревка, да? Топор. Да, топор. Вот такой топор. Я еще ни разу его не делал. Вот он. Места нет у меня. Не беда. Этот топор выкинуть, а этот сюда. Вот так. 50%, видишь? 50%, когда делаешь новое оружие. Довольно быстренько нашли крокодила, а его сразу же убили. Так, это можно съесть. Так, да, можно еще съесть парочку. Так, идем на охоту. А, хотя мне нужно сделать броник. Нужно найти броненосца, его убить и сделать из него броник. На ногу. Но здесь, я помню, были кабанчики. Я хочу, знаешь, отбегать кабанчиком и пару еще тушек взять. Потому что у меня всего лишь 37 килограмм, могу еще взять с собой. Интересная арка. Я что-то ее не помню. Так, где мои стрелы? Ищем приключения, друзья. Выживаем. Ну что, рыбалка. Как вам рыбалка? Как вам понравилась рыбалочка? Ну, мне, знаете, зашла рыбалка. В принципе, симпатичная такая рыбалочка. Только разнообразие. Ого. Мы присядем. Мы охотник, понимаешь? Мы охотник, и мы должны присесть. Оп! В тушку попал! Собака, тушка убежала с моей стрелой. Ну, он должен быть сдохнуть. Только где потом его искать? Вот этот вопрос. Так, еще одна тушка. Вторая тушка, наверное, убежала. Истекает кровью. Вот почему не нарисована кровь? Так, нужно сделать ему хедшот и все. Ну-ка, погоди, у нас есть копье. Вот таким макаром! Стой! О, сдох. С таким копьем далеко не убежал. А где вторая тушка? Заберем эти грибочки. Такая маленькая тушка. О, вон, кстати, тушка моя. Две тушки у меня. Два кабанчика, обалденно, смотри. Пикарчики, здорово. Слушай, я взял, знаешь, сколько килограмм мяса? У меня с крокодила 4 куска мяса. Тут будет по 4, да, мяса? А кости. Сырое мясо 3. 3 куска. Так, копье заберем. У меня 46 килограмм. О, вот это да. 4 куска здесь. Ох, и жесть. Слушай, мяса реально много. Так, это мясо попугая. Мне, по идее, не надо. Так, что у нас? Костей много. Кстати, можно из костей сделать броник. Да? Изготовить. Так, а что там надо было? Еще веревку? Я не помню, что там еще надо было. Так, мне кажется, веревку. А веревку у меня нету. Еще лист банана, кажется, нужен. Так, тушка, видишь, довольно далеко убежала, мне кажется. Прям в задницу попал. Так, можно найти лист банана и сделать. У меня все есть в книжке. Я уже делал такой броник. Бедная тушка. Так, ну все, у нас много килограмм. Ходить я не могу. Мы сейчас выкинем, знаешь, косточки куда-нибудь на видное место. Если что, потом... Вроде какое-то рычание было. Или послышишь. Или я проголодался. Ну нет, если бы...
был рычанием, он бы атаковал меня сразу же. Так, выкидываем сюда косточки. А сейчас... О! Ой! Ой! Броненосец! Держи хедшот! Всех перебили! Обалдеть! Всех перебили! Так, выкидываем здесь косточки. Они довольно, знаешь, увесистые. Видишь, какие? О, пошло делать. Давай. Прям сюда. Все. А броненосец, смотри, сделаем сейчас мы броник себе из броненосца. Но нужен лист бананов все равно. Так, копье заберем. У нас еще мясо появилось, а броненосца. Так, лист банана, банана. Вот здесь банан, кажется, я не вижу я здесь. Нужно зайти в джунгли. Так, у нас много мяса. Мне жалко выкидывать это мясо. Уголь, уголь. Что можно выкинуть? Палки можно выкинуть. Не хватает чуть-чуть. Так, мясо можно съесть. Проще всего, знаешь, не в сумку, а из сумки прям. Так, это съесть. О, смотри. Видишь, как прикольно. Так, съесть. Это съесть. Но это граммы, ну, все равно, видишь, уже можно побегать. Так, побежали на сушилку. Мы сейчас положим мясо на сушилку. А броненосец у меня есть, да? Ага, все чудесно. Сейчас мы сделаем себе броник. Нет, там никого. Побежали мы домой. Поймали 4 окуня, здорово. Я хочу поймать еще пираньи, кстати. Да, нужно попробовать поймать еще пираньи. Как они будут ловиться, насколько они будут зубасти. Но проблема, знаешь, есть проблемка у нас. То, что у меня нету больше личинок и гусеницы. Так, здесь можно подняться. А гусеница находится, знаешь, в пеньках. По 2 гусеницы, такой пенек, и там находится гусеница. Так, шишки есть? О, шишки. Так, одна, вторая. Можно сразу их съесть, потому что я шишек хотел, по идее. Да, хочу. Я хочу воды еще. Кстати, перевязочку. Нужно забрать ее. О, не хватает места. Ой, погоди, не бери. Пока не бери, нужно что-то выкинуть. 11 перьев. Ну, у меня 6 перевязок, в принципе, и не надо. А можно, так сделать. Изготовить сразу же. Они гораздо меньше мест занимают. Во, изготовить. Они всегда пригодятся. Перевязки, это, знаешь, это реально нужная вещь. Они мало мест занимают. Все. Так, мне нужны веревки. Лист банана, и можно сделать броник. Сейчас мы идем домой, скидываем все мясо. Пускай нас сушится. Это мясо. И нужно сделать костер уже наконец-то. Чтобы он прогорел, у меня было 3 уголечка. О, пенек, кстати. О, гусеница есть, можно поймать пираньи. Даже, знаешь, в ночное время будем ловить пираньи сейчас. А у меня есть энергия, все пучком. Так, палочки заберем для костра. Пойдем на ту сторону. Там сделаем костер, там уже сухая трава появилась у меня. Что такое? Что такое? О, погоди. Я хочу это съесть сразу же. Протеин, углеводы, энергии. Сразу все подняли. Практически нужна всего лишь одна шишка, которую я, по идее, уже брал. Съесть шишку. Так, ну что, мы вернулись обратно. Много мяса. Пошли на рыбалку, пошли на охоту, поймали много всего. Вон пираньи. Смотри, какие опасные пираньи. Мы их поймаем. Так, пить воды. Воды. Погоди, сколько? 5 воды? А почему так мало-то? А в чем проблема? Я бегал очень долго. Обалдеть. Бегал. Так, у меня пиявка появилась. У меня здоровомыслие падает. Что-то как-то нечестно. Вроде долго бегал. А 5% воды всего лишь набежало? Несерьезно. Так, слушай, у меня тут, по идее, броник был. Вот он, броник. Хотя бы, знаешь, деревянный, но хотя бы что-то уже есть. Так, нога. Выкидывай. Деревянный, одевай. Сейчас мы сделаем пока броник. Он так надо было раньше сделать. Так, побежали на ту сторону. Лист банана там, надеюсь, я найду. Чтобы сделать себе броник. На ту самую ногу. Но я все-таки жду туземца, потому что с ними намного интереснее сражаться. Особенно, знаешь, с лучником, где нужно
уворачиваться от стрел, где нужно думать, как подойти к ним, с какой стороны их пощупать, в какое полушарие задницы им стрельнуть. Так, мясо. Мясо выкидываем, потому что бегать невозможно. А место есть. А, это здорово. Так, мяса будет много. Так, давай сюда. Два куска мяса можно еще сверху. Ай, смотри, нам не хватает места. Так, нужно сделать вот эту сейчас. Всего лишь нужно один. Один блок как раз он у меня и есть. О! А, еще один. А, палка нужна. И две доски. А вот одна доска была у меня здесь, кстати. Одна доска есть, но места нет для нее. Так, окей, выкинем. Что у нас есть еще лишнее? Так, выкидываем лишнее. Так, броненосец. Он пока мне не нужен. Пускай здесь поваляется. Так, перья тоже мне не нужны пока. Это одна стрела, что ли? Она здесь мешается. Так, бамбука. Мне нужна доска. Ах ты, зараза, места не хватает. Давай перевернем вот так. Блин, эти стрелы как-то встали и не так, и не так мне. Нужно, по идее, их выкинуть и поставить нормально. Так, сколько у меня стрел-то было? 4 стрелы всего лишь? Так, вот так аккуратненько в уголах. Пиндюрим. О! Забираем доску. Так, мне нужно две палки. Пойдем найдем большое дерево. Так, удочка не нужна, мне нужен топорик. А найдем большое дерево и как раз возьмем палку. Палочки нахватаем. Так, это бамбук, бамбук, бамбук. О, гусеница есть. Гусениц нету. Слушай, здесь много реально бамбука. Листья, листья. Где деревья? Дерево, о, тонкое дерево. Так, веревка, веревка пригодится. Нужна веревка будет. Так, мне нужна еще одна доска. Доску ищем. Ищем доску. Так, мухи, мухи. Значит, где-то у нас труп валяется. А где труп, там есть гусеница. Потому что я уже знатный рыболов. Так, палки, палки. Уже стемнело, я ни черта тут не вижу. Какие-то палки все ищу и ищу. Сейчас нарвусь на туземцев. Пауки! Кто это такой? Это какой-то цветок. Так, дерево не нашел, стемнело. Так, что у нас по еде в воде? А, знаешь, мяса у нас много. Вот реально. Мясо, грибы, все. И шишки. Все, обалденно. Все, поднимайся у нас, хотя бы что-то видно где-то. О, кстати, кстати, кстати. Сухой, сухой лист. А, камень, нет, не камень. А где сухой? А где второй сухой лист? Вот он сухой. Сейчас мы сделаем костерчик, чтобы, знаешь, хотя бы уже что-то было видно. Так, доску брось сюда. О, лист банана, кстати, валяется здесь. А я его ищу там. Так, пардон. Давай-ка. Костерчик. Уже, наверное, вторые сутки без костра. Давай, давай, давай. Yes! Давай. Yes! Yes, 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 yes. Бросай. Все, окей. Okay. Так, мясо можно, по идее, и пожарить. Давай один кусок мяса мы пожарим. А, скоро мясо приготовится. Три куска мяса скоро приготовится. Нужно сейчас мы сделать вот этот ящик. Так, две доски. Так, доска. Одна доска, вторая доска и готово. Так, пойдем искать дерево. Пойдем искать дерево, рубить дерево. А, надеюсь, этим топориком я срублю. Хотя знаешь, что он довольно нерабочий, мне кажется. Потому что костями рубить, ну кто его знает. Так, бамбук, бамбук. Один... Ой, ой, погоди. Муравьи. Один бамбук. Вот дерево, но это тонкое дерево. Нужно толстое дерево. Пойдем наверх. Там, возможно, будет наверху деревья. Так, возьмем копье. Потому что иду я с топориком. Копьем намного, знаешь, безопаснее. Так, грибочки я заберу. Парочку грибочков я съем. Вот ночью вышел на полянку. Грибочков пруд-пруди. О, кокосик упал. Смотри, кокос упал. Так, дерево. Я так и не нашел дерево. Вот кокос я заберу, конечно же. Где он? Куда делся кокос? В какую степь упал кокос? О, шишки. Так, мне нужна всего лишь одна доска.
О, дерево. Толстое вроде бы. Ну-ка, сейчас проверим. Да, толстое дерево. Будет одна доска. Так, мне нужно пойти толстое бревно. Ага. Давай, наверное, толстые бревна, палочку заберем. А толстые бревна принесем просто вниз. И там уже разделаем. Там будет доска и мелкие палочки. Это будет офигенно. Нам все дело пригодится. Так, наберем. Там выкинем. Там костерчик, там все есть. А камень заберем. Так, давай, заберем. Всего лишь одно толстое бревно. Ну, а вас там. А, пойдем-ка вниз. Слушай, здесь кокосики есть. Я видел там много. Вот они, кокосики. Там два кокоса есть. Так, пойдем-ка вниз. Да, тяжелое бревно. Тяжело идет. Туземцы. Пока туземцев нету. Но не печалься. Мы еще будем путешествовать в джунглях. Я думаю, мы еще найдем туземцев. Так, палочка не берется. Сейчас главное, знаешь, змеюки, тарантулы, аккуратно пройтись. С этим бревном. Длинные палки валяются. Попугайчик летает, здорово. Красота неописуемая. 78-й день выживания. Так, ты устал. Ага. Устал, сколько у нас времени? 21:30, в принципе, нормально. А мы выживаем. Нужно сейчас мне еще 3 уголечка, чтобы... Вон, костер мой. Чтобы сделать, наконец-то, фильтр для воды большой. Он реально будет годный. Он нужен мне. Потому что без воды, без реально туго. Туго. Ну, кстати, вот на костер туземцы должны прибежать. Так, все, принес бревно добыть. Давай-ка мне одну доску. Доска влезла. Доска влезла, чудесно. Ах ты черт, глиняный кирпич тоже. А у меня есть зава? А завы у меня нет. На той стороне есть зава, точно помню. Так, берем кирпичики. Почему так тяжело у нас ходит? В чем проблема? Что я опять нахватал? Сколько у меня палок, смотри-ка. О, гораздо легче, да? Гораздо. Так, побежали к зазовой. Так, мне нужно 2 кирпичика, все нормально будет. Какой бардак, какой срач здесь. Побежали за завой. А заберем сразу несколько завы, потому что наши кирпичики находятся на той стороне. Так, я хотел еще поймать пираньи, кстати. Да-да-да, поймать пираньи. Так, где зава? О, доска была. Заберем ее с собой на ту сторону. Вот зава. Так, одна, вторая. Все, что ли, больше нету? Костей, костей сколько? О, стрела. Заберем стрелу. А как она расположилась? Надеюсь... Ну да, нормально. Так, у нас много-много перьев. Матрасик можно поспать. Не, пока спать я не хочу. У меня пока все чудесно, кокосики. А вода, что у нас по воде? 22%, ну неплохо, ну маловато. Реально маловато. Тот будет намного круче. Пускай костер у нас прогорает. Мы его сейчас поддерживать не будем. Он прогорает. И будет 3 уголечка, и можно будет сделать наконец-то фильтр для воды. Чтобы жить не тужить и не знать горя. Так, сколько мы еще должен долго прогорать? Так, мясо подгоревшее. Эх, черт его, съешь. Все. Здравомыслие минус 2, ну и фиг с ним. Так, практически готово. Смотри-ка, практически готово. Нужно сейчас закончить. Взять глину. Как раз мы мясо положим туда. Так, зову сюда. И теперь осталась только вода. Воду нам сюда. Воду. Так, готово, перемешиваем. Так, и у нас готово. Да, кирпич готов. Мне нужно всего лишь один. И закончить наконец-то. Готово. А наше хранилище готово. Так, аккуратно с костром, потому что можно наступить. Все, мясо мы забираем, сушеное. Сколько дней у нас хранится это мясо? Сейчас мы глянем. Мясо сушеное. Сколько? 5 дней? 5 дней? 3 часа? Обалдеть. 5 дней, ты прикинь. 83-й день выживания. Мяса хватит. Я сбегал на охоту, уничтожил крокодила, 2 кабанчиков и броненосца.
Ты посчитал, сколько уже живности я убил? Реально хватит. К черту, знаешь, эти джунгли. Мне осталось только вода, и все, можно реально выживать здесь офигенно. Так, пойдем-ка спать, потому что, понимаешь, война войной, нужно всегда нам спать. И уже будем прощаться с этим роликом, уже будем, знаешь, убивать, выживать в следующих роликах по зеленому аду. Друзья, напиши комментарий, поставь лайкосик и, конечно же, передай привет. Поднимаемся наверх, идем-ка спать, а утром уже мы идем дальше. О, погоди. Вроде-ка я заберу этот. Заберем вкуснятину. Спасибо, что смотрели до конца. Всем, друзья, удачи и всем пока. До новых встреч.